А для тех, кто из обычных людей планирует приобрести жилье до 120 квадратов, что-то изменится? Законом теперь защищены те люди, которые только планируют вложить деньги в еще не сданные объекты недвижимости. Чтобы искоренить такое понятие, как обманутые дольщики, вступил в силу закон о взаимном страховании ответственности застройщиков. Застройщик теперь не может привлекать средства граждан без оформления страховки, которая защитила бы людей, которые вкладывают деньги.